приветствуйте участников поединка. В синем углу боец из Испании, город Оспиталет. Ему 27 лет. Рост 170-80 сантиметров, вес 59 килограммов, 900 граммов. Профессиональный рекорд 19 боев. Во всех одержаны победы. 12 нокаутом. Не знающий поражений. Муса Гола! Его соперник в красном углу из России, город Ноябрьск. Ему 29 лет, рост 165 сантиметров, вес 59 килограмм, 900 граммов. Профрекорд 15 боев, 14 побед, 5 одержанных нокаутом, 1 поражение. 14 номер рейтинга IBF. Эльнур Самедов! Рефери боя Роман Петров. Gentlemen, please follow rules on my command. Shake hands. Good luck. Судья. Кстати, друзья, достаточно рослый для этой весовой 1,78 м. Это очень много для 60 килограммов. Рослый, бьющий и не старый. Мусагола, серьезный парень, да, непростые у него были поединки в прошлом, с непростыми соперниками, несмотря на то, что домашним был боксером, ну, первый его выезд. Да, начнем с того, что у Мусы Галама было в карьере среди оппозиции один бывший чемпион мира, правда, в весе 52,2 кг, первым легчайшим, это Томас Рохас, мексиканец, и бывший четырежды претендент на звание чемпиона мира в полулегком весе, Чонталан Перепиньо from Таиланд. То есть, как бы, есть определенные имена такие, но уже боксеры, которые боксировали, так скажем, не в своей весовой категории природной, и были на сходе. Ну, тем не менее. Опачки, пожалуйста, Галам. Ну, справа Эльнуру там попал. Эльнуру тоже за ударом тянуться не надо. У него есть динамит в перчатках. Он это здесь, в Екатеринбурге, многократно показывал. Эльнур храбрый, да. Храбрый, настырный, напористый воин, который умеет сокращать дистанцию. Поэтому Самедов вперед. Поэтому посмотрим, как оно будет. Ну и давайте так. Первый поединок. О-хо-хо! Пошел вперед. А вот Самедов. И Самедов. Да, не тушуется. И такой какой-то... Где джеб? Где жесткий останавливающий джеб? Я его не вижу. Длинный особенно. Пока нет. Спокойно Самедов подходит на свою дистанцию здесь и позволяет ему Галам работать. Мы видели в предыдущем эпизоде. Ну вот. Так. Еще, ну, под него ныряет Самедов. Мне кажется, достаточно легко. Пока что здесь, знаешь, вот это преимущество в росте для Галама по ходу поединка не является пока преимуществом. Да. Уже очень быстро сокращает дистанцию Самедов, молниеносно практически. И там не может его удержать на дистанции Галам. Но вот сейчас. С дистанции наконец-то атакует, встречает джебом в лоб. Ну, с другой стороны, это первый раунд, может быть, просто Муса Галам так присматривается к сопернику. Не ожидал такой наглости от Эльнура Самедова. Ну, может быть, и не ожидал, может быть, посмотрел бой Кроуфорда Ванесяна и решил, ага, буду-ка я как Кроуфорд. Дам поработать Самедову 3-4 раунда. Без спойлеров, без спойлеров. Коллега, так, пошел вперед Эльнур, но теперь его уже проваливает, кстати, Галам. По затылку не бить. Но пока особо не огрызается Муса. Не нашел пока свой бокс в этом поединке. Гораздо более резво стартанул у нас Эльнур. Ну, опять-таки, это первый раунд, поэтому посмотрим. Из 10 запланированных. Времени вагон. Ну, вот, кстати, там кое-что уже удается и испанцу марокканского происхождения. Но опять Самедов быстро сокращает дистанцию. Но Галам показывает, что ага. Огрызается, да? Ну. Макс.
Ну что, друзья, Муса Голам продолжает пробовать находить ключи к Ильнуру Самедову. Дает, Самедов продолжает Ильнуру вторить. Возможность работать первым номером. Ну, с такими длинными руками сам Бог велел контровиком поработать. Ну, навстречу, вот, вот сейчас начал бросать потихонечку. Почаще, я бы даже так сказал, начал бросать джеб. Ну вот, уже хорошая двойка. Голам. И так уже встретил на входе в атаку Самедова. Ильнур был вынужден нырнуть, неудобно, не смог проатаковать после этого. По поводу нырка, если прочухает, так скажем, Голам, то может потом просто... Вот как сейчас, апперкотом вот встречать Самедова. Друзья, попал Голам. Болтануло Ильнура. Ноги пляшут у Ильнура Самедова. Что, буду читать нокдаун? Нет? Нет. Ну, не знаю. Там в лоб удар был. Нет, считают нокдаун. Ну вот, пожалуйста, марокканские нокаутеры из Испании. Очень хочется посмотреть повтор там. Мне не казалось, что куда-то в челюсть попал Голам, прям в лоб, и сразу дезориентировал Самедова. Там был удар, все, чистый. Инстинкт убийцы у Голама пошел заряжаться. Времени вагон, кстати. Конечно. Больше полутора минут. Я думаю, Самедов будет клинчевать. Вау, как сможет. Какие варианты. Рубиться сейчас точно не будет. Можно хапнуть и упасть. Сейчас надо выжить. Сейчас его главная задача выжить в этом раунде. Да. Баба. Ой-ой-ой. Ну, а сейчас будет, Голам будет просто расстреливать. Заряжает Муса. Он будет просто расстреливать, выцеливать. Время у него есть. Вот вам и домашний боксер из Испании. Бам, бум, бум, а бам. Вот и Ильнур попал. Ну, Ильнур показывает характер. Ну, естественно. У Самедова характера на троих, мне кажется. У него уже были сложные поединки в карьере. Хорошо отвечает. Попал с левой Самеда. Ну, я просто сейчас Голам занимается тем, что выцеливает. Вот пока он выцеливает. Это возможно не для спеша. Самедова. Да, подвосстановиться и, так сказать, сделать так. Хорошую мину при плохой погоде. Нокдаун есть нокдаун. Так. Это правда, но 10 раундов и, возможно, не такой большой вес у этого 10-8. Об этом? А, вот так. Справа Самедов. Ильнур не сдается, друзья. Это точно можно сказать про этого боксера. Только немножко навала от Самедова, немножко грязи работает. То, что нужно. То, что нужно ему сейчас. По корпусу проваливать там и бить. Голам. Ух ты, жестко работает марокканец. Стоит Самедов, моргает очень часто. Почувствовал он этот удар. Но пока стоит на ногах. В корпус отвечает Самедов. Больше работы справа подсказывают как раз таки Голаму. Ух ты, какой размен! Продолжаем смотреть этот захватывающий поединок. Муса Голам, Ильнур Самедов. Ильнур Самедов пошел вперед, он в белых перчатках. Ну, Ильнуру надо возвращать. Он в предыдущем раунде успел упасть. Да, успел отсчитаться. Неплохо на ногах сейчас ушел от атаки, кстати говоря, Муса Голам. А для Голама это знак того, что он может пробить соперника. Это очень важное психологическое преимущество. Причем первый бой для... Не попал здесь Самедов, не дотянулся сбоку справа. Первый бой для Мусы на выезде. Все остальные поединки были сугубо на домашних. Впервые за пределами Испании. О рингах, за пределами Испании. Взял, тянет на себя Голам сознательно, сам дает пространство Самедову. Хочет встретить жестко, я думаю. Вполне возможно, да. То есть где-то дает поработать, чтобы усыпить бдительность, и когда Самедов раскроется в атаке, может быть, встретить. Но тут главное не прозевать самому. Ну да, у Ильнура тоже есть удар. Да, у Самедова из 14 побед, 5 побед нокаутами. Ну и мы все помним его поединки в Екатеринбурге, достаточно зрелищные. Ух ты!
там в блок. То есть промазал потом по корпусу от Галама. Гораздо осторожнее стал работать Самедов. За блоком подходит. Ну, он понял, что это чревато. Вот да, так да, бросаться да. в открытую. Там можно хапнуть. Что и произошло, да, во втором раунде, собственно. Да, да, да. Стоп, стоп, стоп! Макс! Работай, работай, подсказывают да, да, Галаму. Да, да, да. Паузу не бери. Нашел корпус и не развивай. Он готовит, быстрее. Неплохо. Но мне показалось, что мало попал Самедов, там много выбросил. Мало попал и тут же спрятал голову. Не донес. Это да, это главное для него сейчас. Раунд или два вот в таком режиме поработать, как можно меньше пропустить. Ну, когда хочет, кстати, Галам этот джеб выбрасывает. Хочет он, видимо, не очень часто. Так, за блоком Муса. Все. Пережидает, да? Да, все по площадям от Самедова. Таких частяков не было. Опять на нем сейчас. Два раздергивания. Два раздергивания. Вот этот апперкот. Вот здесь хочет встретить Галам как следует. Эльнура. Хорошо. Под удары хорошо ныряет Самедов, но вот сам наказывает, не наказывает. Ну, пытается сейчас перехватить по блоку. Много по блоку пока от Самедова, ну. Аккуратно. Друзья, у нас четвертый уже раунд. Пошел вперед Эльнур Самедов. Ему нужно делать много с учетом нокдауна. Да. Ему действительно нужно очень много поработать в ринге. В нокаут с его стороны я пока не верю. А вот пропустить он может. Всякое. Бывает всякое. Но испанец пока не похож на какого-то такого, знаешь, стеклянного человечка. А... Достаточно громко группа поддержки Эльнура Самедова сейчас о себе заявляет. Я думаю, вы слышите все это. Да, Эльнур поднял руки. Так, за блоком подходит поближе. И так, одиночными ударами пытается его Муса Галам встречать. Здесь на ближней зажимает Самедов. Ну, не сказал бы, что да, это был такой супер акцентированный удар, но тем он не был, менее, он был. Они прошли. Опять перестал бросать джеб. Возможно, принципиально, вот только сейчас бросил. Муса Галам. Пропустил в корпус и в голову короткие. И, да, и пропустил атаку. Пропустил все-таки атаку Самедова. Да. Не успел воткнуть навстречу. Взял паузу и Нур, и тут же двоечка. Опа! Неплохо вонзил Самедов сейчас. Снова пошел вперед с ударами, то, что ему нужно. Чем ответит испанец? С марокканскими корнями. Размашистым ударом слева мимо ответил Муса Галам. Пока не попадает. А все, как бы, видишь, руки высоко сейчас у Самедова. Что да. осложняет для Галама попасть чисто и жестко. Да. Логично. Ну а сам Эльнур достаточно быстро сокращает дистанцию опять. Здесь встречает Галам, но пока все в блок. Чистые удары перестали проходить. Ну и смотри, причем вот боковой так, он чуть не натянулся, мне показалось. Но испанец практически не работает по корпусу. То есть все в голову. А ну, охотится за нокаутом. О, попал сейчас испанец, кстати, там. Слева. Держит пока Самедов после того самого удара в первом раунде. Ой, во втором, прошу прощения. Ну, здесь уже испанец вяжет. Значит, спокойно защищается. Ну, ему на ближней нет смысла работать с таким-то ростом. Его средняя дальняя. Не всегда, правда, получается. Там мы видим, да, согласен. Что Эльнур частенько сокращает дистанцию. И изворотливый Самедов мимо себя удары эти пропускает. Конец раунда. Кто-то попытается. Самедов очень, пытается. Очень интересная команда была из угла у Эльнура Самедова. Психологическая атака. Вот так.
ли, друзья, невероятно, но факт, мы с вами добрались практически до экватора. У нас 5-й раунд из 10 запланированных. Эльнур Саметов, белые перчатки, представляет Россию. Не толкать, не толкать! Стоп! Боксер азербайджанец против марокканца, представляющего Испанию, Мусы Галяма. АО джеб от Галяма. Ну и у Самедова есть одно поражение из 15 боев, остальные все победы. У Галяма послужняк чистенький. 19 побед, 0 ничьих, 0 поражений, 12 побед нокаутов. Пауза, пауза, пауза. Такой немножко ленивый джеб был от Галяма. Джеб, джеб, джеб просит, просит марокканца в углу. Встречать за ухо туда попал Галам правой. Перешел, кстати, в контрнаступление. Муса Галам. Только зачем пережидать? Уже 5-й раунд. И поп... Вот, апперкот. Но мимо. Да, и по-прежнему не вспоминает про корпус. А вот Самедов вспомнил. Хорошая сейчас атака была на коротке у Самедова. Длиннющие руки Галама на месте, локтями все перекрыл, мне показалось, Муса. Там боковой, мне показалось, зашел все-таки. Ну, может быть, да. Тем не менее, пошел вперед и, в общем-то, как просили в углу Галама, он работает, не стоит, не бегает. Вот, пошел, появился джеб снова на какое-то время. Почаще бы его, Мусе. Стоп, 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 стоп! Не лезь головой, не лезь, хорошо? Бакс! Апперкот навстречу Галяма. Попросили его работать все-таки не одиночными ударами, а больше сериями. О, хорошие два апперкота от Галяма, да. Эльнур упирается. Вот здесь точно по корпусу попал. Упирается на ближний. Пошел вперед Галям, причем с ударами. Поставил Самедова канатом, но ненадолго. Долго ждет марокканец. И тут же, смотри, два боковых, корпус, голова. Да. Точно от Самедова. Окончательно после второго раунда. О-хо-хо, там еще закидывает боковые Галам. Так. Ой-ой-ой, опасно. И Самедов решил порубиться. И пропустил там в процессе. Подмигнул даже. Итак, 6-й раунд. Яркая концовка была в 5-м раунде. Там подзаигрался Самедов и кое-что вонзил ему навстречу. Мусагал, апперкот опять. Вот, про корпус. Зарядился Галам. Отвечает по корпусу уже слева Эльнур Самедов. Он у нас в левше, как вы все прекрасно знаете. Джеб от Галама. Джеб корпус от него же. Умница! И вторая атака же. Хорошо, умница, еще давай. И уже джеб корпус от Эльнура Самедова. Работай, работай, подсказываю. Ой-ой. Галаму. Через перчатки иногда попадает. Ну вот и сейчас и Самедов пошел в атаку. Ну там успел корпусом защищаться, кстати говоря. Ух ты! Галам. Ой-ой-ой, там близко сейчас было, голова была полностью открыта. Если, сейчас подцепит апперкотом, да. Самедова, Галам, да. Мало не покажется. Это 100%. И вспомнил, кстати, испанец. Про печень? Да, про корпус вспомнил, ага. Галам. Ну, наверное, один из самых сложных боев Эльнура за последнее время. Ему приходится очень много и тяжело пахать в ринге. А какой апперкот в корпус от Галама мы увидели. И да. Повис так в клинче Эльнур. А Муса при этом, я тебе скажу, вообще не устал. Да, он в одном темпе работает, абсолютно ровненько. Свежий.
А вот Ильнур, мне кажется, Самедов. А вот Ильнур, мне кажется, становится чуть-чуть потяжелее в этом плане. Тоже зацепил сейчас Ильнур. Боковой справа от Галама. Ильнур здесь не достал. Ведут по времени Галама. Так, сместился Галам. Апперкот прошел, еще один. И у Ильнура с левой попадание есть. Еще один аппер. Ну, конечно, ребята, кость в кость прям рубятся. И по корпусу слева попадает. Галам отвечает тут же по корпусу уже Ильнур Самедов. Какой поединок, друзья. Выше голову. Очень мощный. Головой не лезь. Боковой, тут же апер от Галама. И снова за перчатки заводит свои удары Самедову. Не толкай, не лезь головой просто. Хорошо, руки впереди. Ну, я скажу, неплохой раунд для испанца шестой. Да. А Самедов такое чувство, что не выдержал темп, который сам взял в третьем-четвертом раунде. Ну вот концовку он хочет вырвать. Но это будет тяжело. А у нас тем временем седьмой раунд начинает его атаковать. Начинает раунд с атаки Ильнур Самедов. Начинает атаковать раунд. Атаковать раунд. Тем временем в зале болеют, конечно же, за Самедова. Он здесь уже как родной. Ну и готов Муса Галам Ильнура встретить. Для этого мы сейчас немножко поработать. Все в защиту. Почти все удары в защиту от Ильнура здесь очень были. Очень мало чистых попаданий у Самедова, откровенно говоря, последние пару раундов. Ну вот предыдущий и этот. И, пожалуйста, вот здесь начинает включаться уже Муса Галам. Такая снайперская работа у него. Выбрасывает меньше, но попадает больше. Но как бы он старается, знаешь, так экономно действует. Да. Не тратит лишние силы, так скажем. Пока не чувствует, что нужно выкладываться там прям на все 300%. Так. Нет. Ничего всего здесь не было. На ногах. Вот джеб корпус от Ильнура. Вот тут по корпусу неплохо от Самедова. Показывает Галам, что он ничего не чувствует. Когда Галам начнет поджать канатом соперника Самедов. Когда Галам начнет перехватывать, я жду всего этого момента. Он же в шестом раунде показал, что умеет это делать. Бросается с боковыми Самедов на соперника. Здесь мажет. Проваливает. А Галам вяжет. Ну вот, типа, начиная работать. Ой-ой-ой, в корпус попал. Боковой, да, с Мусы Галама. Амплитудный, точно в цель зашел. Ох, какой апер и боковой. Но там и еще один. Мне показалось. Мне показалось, что апер все-таки... Зашел между. Да, все-таки было. Ох, а вот это чистые два апера. Засаживает уже Галам. Все, конец раунда, Галам начинает работать. Да. Его уже ведут по времени, и он все включается именно в... Ох, какой апер, еще один. Еще один Самедов. Доносит меньше пока Ильнур. И сам головой покачивает, понимая, что что-то не получается. А Галам бьет жестко, вот он здесь в удары вкладывается. Ой-ой-ой, какой апперкот практически от пола. А вот эти амплитудные апперкоты, вот преимущество, да, вот рычаги длинные. Да, да, да. И, пожалуйста. Есть траектория жесткого, мощного удара. Поэтому здесь как бы вот преимуществом своих конечностей рычагов пользуется Галам очень неплохо. Ой, какой апер! Да, воин, конечно, Ильнур Самедов. С левой попадает, проваливает его Галам. Очень зрелищный бой. Ильнур, конечно, воин. Такие апперкоты кушает. Ой-ой-ой-ой. Мы
друзья, что, друзья, интригующая пошел концовка. Вперед Ильнур Саметов сразу. Восьмой раунд. Но Ильнур, видимо, заметил, что первую половину раунда Галам так дает поработать. И решил зануть сразу, что называется. Пошел вперед. Ну так. Там отбился. Ну, не особо попал. Отбился Галам, да. Пытается на ближний отрабатывать Самедов, но Галам это особо не смущает. Галам спокойно работает. Первую половину раунда он работает спокойно. Позволяет Самедову броситься на себя с ударами. А вот сейчас подловил, там двоечка прошла у испанца. Ждет Галам. Ой-ой-ой. Попал сейчас Ильнур. Да-да-да. Но на Галама, я так понимаю, это, лицо осталось таким же флегматичным, как и было. Но вот сейчас экватор раунда пройдет, щелкнет рубильник, и испанец начнет уже сам работать, скорее Колотушки всего. Колотушки полетят. Ну, как в прошлом раунде. Ну, да. Ну, Самедов, конечно, воин самый настоящий. Не, Ильнур молодец. Как последний раз. Ильнур молодец, делает все, что от него зависит. 100%. Все, что может, то делает. Низко бьет. Очень сложный бой для Ильнура. Ну, и вот, я думаю, вот еще немного, еще чуть-чуть, и начнет уже включаться жестко Муса Галам. О, пожалуйста, апперкот. Разменялись. От испанца был. Самедов там боковым попал сразу же в ответ. Здесь вроде по перчаткам было. Отвечает Ильнур. Готов к войне крюков. Да-да-да. Джеб от испанца. Пошел, начал нависать над соперником. Муса Галам точно в лоб попал сейчас. Ой-ой-ой. Вот и Самедов разводит руками Галам. Все, Галам сейчас будет работать. Опять апер. Ну, здесь так. А вот это было неплохо. Вот как-то взрыва от Галама нету. В прошлом раунде было примерно в это время. Может, силы экономит. Может быть. Все-таки 10 раундов, только 8. Есть еще куда сохранять энергию. Ой-ой-ой. Вблизи попал, мне показалось, Галам. Мне тоже показалось. Так, ну что, Самедов тут пытался схитрить. Особо не получилось. Итак, короткий боковой слева. Друзья, 9-й раунд у нас. Да. Ильнур Самедов пошел вперед. Невероятно захватывающий, интригующий поединок. Муса Галам, заезжий испанец с марокканскими корнями, показывает себя очень неплохо в этом поединке. Очень неплохо. Хотя, казалось бы, бой делался не под него совсем, да? Да. Тем не менее. Причем первый бой для на выезде, для Мусы Галама. Ой-ой-ой, там пропустил Самедов через руку. Включайся с начала раунда, пожалуйста, попросил угол испанца, и испанец включился. Правый висок и пропускает в ответ Галам. Рубка. Самая настоящая война крюков. Ну, я так понимаю, что на Галама удара Ильнура, при всем уважении, не производит такого жесткого эффекта. О-хо-хо! Закидухи какие, а? Ильнур показывает, что ему не очень приятно. Я бы сказал, совсем неприятно. Подостановился Самедов за блоком. Ждет своего момента, чтобы сконтрить. Закладывает еще один в корпус. Будет ли такой момент? Вот в чем вопрос. Ну, уже нехорошо Ильнуру, прямо скажем. Ой-ой-ой! Сколько урона собирает на себя Самедов. Очень в этом тяжело. Раунде. Очень тяжело Ильнуру. Все, ноги уже начинают вставать, смотри. Болтаются они, болтаются. Он уже... О, какие апперкоты. Ой-ой-ой, Галам все чувствует. Пытается.
пытается клинчевать Самедов. Не получается. Ой-ой-ой. Тяжело Эльнуру. Минута еще времени. Рефери пока не вмешивается, но большие проблемы у Эльнура Самедова в этом поединке. В режиме терминатора сейчас работает Муса Галам. Забивает гвоздь, отвечает Самедов. Помогло ли это? Ну, судя по всему, сбил немножко спесь с испанца. Но успел хапнуть два очень жестких удара перед этим. Самедов выдержал очень многое в этой трехминутке. Она еще не кончилась, коллега. Она еще не кончилась. Ой-ой-ой, ведет Самедова. Ведет. И продолжает пропускать Эльнур, но стоит на ногах с трудом, но стоит. Но раунд как минимум проигрывает. В одну калитку пока. Уже что там? Галам показывает рефери, что пора снимать или что? Или как минимум нокдаун считать, я не знаю. Но нет, Эльнур стоит и бьет. Показывает, ну что ты, я готов, а ты где, как? Дела. Там даже намеренно опустил руки и позволил проатаковать Самедову. Да. Галам показать, что я твои удары не чувствую, а дружище. Ты мои чувствуешь, да. Я это вижу. Что ты их чувствуешь. В очень тяжелом состоянии. На заключительный раунд выходит Эльнур Самедов, но он готов к войне до конца. Учитывая, что конец уже вот он. Да. Десятый раунд. Заключительная трехминутка. Все так. Ну и достаточно вольготно себя Муса Галам чувствует в этом поединке, особенно во второй половине. Вот. Боковые и тут же приклеивается к сопернику Самедов. Опять апперкот от Галяма. Не толкать, не толкать! Эльнур прижимает уже лбом соперника к канатам, приклеивается в режиме выживания, работает. Ну, голову надо прятать. Да, иначе можно хапнуть. Размахивает Галам, апперкот зашел. Каков вот, испанец, а? Ну вот, кстати, против такого блока аппер с дистанции это самое такое, да, средство верное. Да. Испанец вообще не устал, такое ощущение, что... Будь 12 такой, раундов, он бы боксировал, да, 12. С такой физухой он готов 12, а то и 15, как старые добрые. Атлетичный, высокий. Очень. И с ударом главное. Да. В этой весовой категории не так много ребят, которые так лупят. Ну, правда. Парочка из Мексики будут скоро боксировать за вакантный пояс, если по секрету. Ну, так это только скажу. Парочка. Парочка всего лишь. Но это на топ-уровне. Согласен. Это одна парочка из там 25, которых я вспомнил. Ну, не у всех же такой нокаутирующий удар. Ну, не у всех, но, допустим, там процент нокаутеров в Латинской Америке высокий. Ну, да. Муса немножко тоже подустал. Но чуть, но гораздо меньше, наверное, да, чем Эльнур все же. Намного, конечно, гораздо меньше. Ну, безумная просто какая-то развязка. Я думаю, сейчас день в концовке попытается Муса взорваться, включиться. Скорее всего, его четко ведут по времени. Дает он поработать Самедову. И вот пошел на перехват. Пошел Муса на перехват. Сейчас наверняка какая-нибудь парочка апперкотов вылетит. Фалерит как может уже Самедов. У него других вариантов абсолютно практически нет. Да. Ну, при этом пытается. Характер, да, у Эльнура, конечно, давит. Просто настоящий бойцовский характер. Что есть, то есть. Да, ну вот, очень сложный бой для Самедова. Особенно 9-й раунд был просто безумно сложный. Но и здесь не проще, друзья. Муса Галам до сих пор очень силен. Я смотри, как он у него на ногах удар. Красиво вывернулся. Да. Ну что, штурм от Эльнура Самедова. Рубка! Вслепую уже практически летят боковые. Это, смотри, Галяна вот так и не успел наказать. Уважаемые дамы и господа, итак, перед тем, как я объявлю результат боя, давайте еще раз поаплодируем этим двум воинам!
Итак, обратимся к судейским запискам. Первый судья. 96-93 Самедов. Второй судья. 96-93 Голам. И судья номер три. 96-93. Раздельным решением победу в этом бою одержал Эльнур Самедов!